Так, надо припускать его. Иди пускай. Все, контуем мотор. Контуем, блин, тут двумя этими донкратами, блин, подъемниками. Хорош, хорош, иди качай. Чтоб я только не взлетел, блин. Давай, 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 еще, 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 еще. Чем разворачиваем его. Давай, давай, иди спускай, Эльдар. Доску подложи под этот. Хватит. Доску деревянную, вот эту, вот эту, вот эту положи вот. Ну что ты делаешь? Ну под низ подложи, ну под низ вот сюда подложи. Да давай, ложи. Нет, на саму платформу, на саму платформу. Еще давай, вот так вот. Во. Опускай. Опускай, 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 опускай. Давай, 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 давай. Все нормально, да, рабочие моменты. Главное, чтобы я не взлетел. Пускай, пускай, пускай. Пускай, пускай, пускай. Ты нажал? Ну все. В общем, контуем. Такие маневры, блин. Давай, 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 давай. Пускаем. Оп. Опускай. Вылез что-то он. Так, а ну хорош. Вообще. Так, давай еще. Еще давай. Так, хватит. Ну что, ребята, нарисовалась очередная новая проблемка. В общем, мое было, конечно, упущение в плане того, что я не снял. Ну, то есть, поршневая это, в принципе, нормальная была. Вот. В принципе, пальцы я не стал рассухаривать на поршневой. Ну, померил, как бы посмотрел, люфта такого нету. То есть, смысл в чем? Сейчас собрал, поставил же мотор, перевернул в нормальное состояние его. Сейчас расскажу, в чем дальше фишка образовалась. В общем, ремонт не успел закончиться, заново начался. Ну, это лучше сейчас сделать, чем потом это будет сделать когда-нибудь потом и в дороге. Значит, рассказываю, в чем проблема. То есть перевернул я сейчас мотор, значит, тут перевернул, начал же его проворачивать, но до этого он тоже как бы проворачивался, значит, начал его проворачивать, смотреть, сейчас соображу, в общем, начал вот так вот рукой пробовать, сын крутил, а я пробовал поршневую, то есть на первом цилиндре поршень стучит, ну то есть на нем люфт, то есть эти как бы все нормальные, и на шестом тоже такой вообще еле-еле-еле минимальный как бы люфтик, ну так бы чувствуется рукой. В общем, меня эта ситуация вся напрягала вообще, то есть я думал, блин, ну в чем проблема, в чем загвоздка. Но смысл в том, что поставил-то я новые кольца, вот, соответственно, кольца поставил новые, соответственно, трение появилось. Значит, а потом вспомнил. Помните, когда я разбирал, снимал теплообменник, вот здесь стоит, и выкручивал, вытаскивал я вот эту всю мочмоляку оттуда. В общем, по всей видимости, у них забился вот этот маслоприемник. Вот. Получилось масляное, по двигателю пошло масляное голодание.
вкладыши кое-где там, то есть коренные, вернее шатунные были нормальные, а коренные кое-где там поприхватывало, которые я там шлифовал, да, ну не шлифовал, то есть полировал. В общем, в итоге, здесь на первом цилиндре появился такой небольшой люфток. Думаю, эта вся тема мне не нравится. В общем, разберу я, посмотрю. Ну и что? Снимаю я, значит, первый цилиндр, поршень снял. И увидел вот такую картину. Я, конечно, охерел. То есть, палец нормальный. Люфта в самом поршне нет. А вот в шатуне вот такая срань. Ну не знаю, в общем, в итоге я заказал, как заказал, позвонил, они есть. То есть завтра я поеду. Вот. Завтра я поеду. Что-то я не пойму, тут отверстие есть, блин. А оно почему-то, я не знаю, тут вообще-то должны быть где-то отверстия под масло, или оно сбоку смазывается. Вот это тоже надо тему эту всю пробить, потому что идет сверху, не знаю, на шатуне в принципе должно быть отверстие, в которое попадает масло и расходится. Но его не видно, что он тут провернутый. В общем, какая-то засада, надо будет узнавать, что это такое. В общем, в итоге разобрал, я увидел же вот эту срань, блин. Ну, не знаю, в общем, наверное, буду я заново дергать, наверное, всю поршневую, вытаскивать. Куплю завтра втулки в шатуны. Попробую, как он меняется. Но я не думаю, что он там райберуется. В принципе, он не должен райбероваться. Это на наших машинах райберуется. А вот на китайцах я на своем когда-то менял. То есть там просто запрессовал и все. В общем, вот такая вот засада. Ну, тут, в принципе-то, немного. Поддон я сейчас снял. Вот. Поддон снял. В принципе, тут шатуны сейчас повыкручиваю. Ну, сейчас не буду ничего делать. Куплю сначала втулки, попробую, как она запрессовывается. И, наверное, буду менять втулки все. Потому что эта засада, блин, не есть хорошо. В общем, как бы так. Ну, а так что так? Все-то накинуто, все собрано. В общем, вот такая херня получилась у меня. Ну, ничего, сделаю. Небольшая, думаю, проблема. Лучше сделать сейчас, чем потом. Где-нибудь на дороге.